Здоровки, амиго, я рад приветствовать тебя на канале Амигон, это реакция на беспредел в больнице, анимация Куплинова, погнали посмотрим. Так, а звук-то, звук у нас есть же, да? Есть звук, пошел, погнали. А, ой, хорошо, ты проснулся. О-о-о. Мы что-то беспокоились о тебе. А, не паникуй. Хм. А, мы какой-то вообще на расслабоне, на чиле. С того сейчас все нормально. А, так, я полагаю, что-то... ты живой. Это может быть сложно для тебя, послушай, но каждая часть твоего тела сломана. Ты... это сломано. Твои пальцевые ногти сломаны. Пальцевые ногти что? Мускулы твоего рта сломаны. Ты можешь только коммуникацироваться с помощью левой руки. Ну, да похуй. Как ты себя чувствуешь? Окей, потрясающе, я слышу хорошо. А теперь, если ты нужно коммуникатировать с нами, просто используй свою руку. Я думаю, это время, чтобы ты там это, медсестра. Барбара! Иди к сюда быстрее, готов. Барбара! Чего? Пошла, озвучка. Я говорю, он готов для тебя. О, блядь. Потрясающе. Что за хуйня? Окей, о бог, смотрю на тебя. Ты этот, дизгустинг. Маленький страшный ублюдок. Что? Сейчас, медсестра. Дай-ка попробуем симпатически мы можем симпатить. Что вы, блядь, несете вообще разговаривать по-русски? Попробуй быть хорошим настолько, сколько ты можешь. Как там? Подожди-ка. А, вот. Так, ой, дорогой. Нормально. О, мой бог. А что с тобой случилось внутри тебя? Что-то есть. Не думай я, что это все вижу, пиздец. И сейчас ты что-то там менять, тыры-пыры в жопе дыры. А как ты говоришь? Типичный Куплинов. Окей, да все нормально, мать, не боись. Нормально все, мать, все заебись. Иди отсюда, дай мне с кем-то другим пообщаться. Опа! Ну-ка иди сюда, блядь! Раз на раз-то с тобой пообщаемся, тварь! Я смотрю, ты не очень рада меня видеть, да? Я вообще-то с этот чуть-чуть поломанный... что это? На нахуй, поняла? Вот, вот так вот тебе, поняла, нет? Еще раз что-то про меня скажешь, я тебе еще раз покажу, на! О, вау, блядь! А потому что ты тварь, поняла? Реально? Это все, что ты можешь? Ты маленький мудак. Ты что-то заставил меня идти сюда, не... Психуй, сука. На, нахуй отсюда, поняла, нет? у меня кровь там, смотри-ка, подожди-ка, что-то... Блядь, что-то убавляется. Или что это значит? Эй, слышь, что? Эй! Она ушла. Медичка! Бля, у меня что-то, смотри, там с пакетами. Что у меня с пакетами? Иди сюда. У меня что-то с пакетами не то, мать, что-то убавилось. Поменяй давай, бля, почему я должен контролировать эту херню? Ты должна контролировать, ты медсестра, в конце концов. Что? Бля, ну вон, пакеты посмотри. О мой бог. Пасы, ты маленький ублюдок. Ты пошла нахуй, понял, нет? Хорошо. Я уже свою медсестру заебала меня. Барбара, сюда иди. Барбара. Плохая медсестра, не нравится мне. Вот, промахнулся. Вот такая медсестра, вообще не катит. Она хуёвая медсестра. Вот так вот тебе. Фу! Да, она уже здесь. Фу, Барбара, фу! Фу, Барбара лох, фу! Забулил. Тихо, опа. Барбара. А привет, нормально. Ребенок. Что? Доктор сказал мне, ты не можешь говорить. Так, я попытаюсь интерпретировать твои знаки. Мое имя Пастор Дэниел. А нахуй ты мне тут нужен? Ты, алло, я живой вообще-то. И сегодня я помогу тебе пройти сквозь боль. Бля, иди отсюда, короче. Иди отсюда, нахуй, я живой. Сказали тебе, проваливай нахер. Приди мне сестру, у меня сейчас пакетик вон обоссытся. Пакетик обоссытся. Что, блядь, дьявол? Ты что, блядь, из меня дьявол, что ли, сгоняешь, дурак? Иди нахуй. Какой, блядь, дьявол, меня поломали пополам. Иди от... Эй, я живой. Алло, старый, блядь. Старый, я живой. Живой, я рука... Что? Эй, там, дитё. Ты вообще-то не помнишь меня, наверное?
Я пришел извиниться перед тобой. Мое имя Джефф. Я водитель грузовика, неловко, который неловко. Тебя... Сука! Ты слышишь, ты ничего не охерел-то? Стоит он, бля, извиняется тут, извинитель. Иди нахер отсюда! Иди отсюда, сука, все, уходи. Надо оригинал посмотреть. Уходи, ты меня бесишь больше, чем святой отец. Ты знаешь, знаю. Вот тебе, на, иди отсюда. Эй, чувак, не нужно быть таким, я знаю. Я отвертка, но я уже говорил. Иди отсюда, сказал. Серьезно, парень? Я тебе сказал, иди отсюда, нахуй. Я здесь, чтобы извиниться. Да мне насрать, блядь. Иди меня вон изолеться и склеивай, нахуй. Пришел главным грузовиком, схерачил их. Изоленты склеиваешь, что? Извиниться он пришел, и все типа улажено. Иди отсюда, нахуй. Иди отсюда, я тебе сказал, сука. Научись грузовики свои водить, гандон. Иди отсюда. Вали, я тебе сказал. Вали, упырь. Нахуй, из моей палаты. Вот так вот, все, иди отсюда. Годно, на годно. Это время, чтобы проучить тебя. Ох ты. Ля-ля-ля-ля, что там пошел творить? Там еще не все. Все нормально, мать, все заебись. Вот так, все хорошо. Оп-оп-оп-оп. Не тебе, мать, это я практикуюсь. У меня просто еще эти, как мышцы нормально не заработали, поэтому я не понимаю, как правильно нажимать. Нормальненько, нормальненько. Веселый видосик получился. Вообще, анимация очень крутая у автора. Советую его. Да, в описании есть все ссылки, ребята, заглядывайте. Автор очень старается и очень делает круто. Я считаю, что это достойно большой поддержки. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующей видео реакции. Или в следующем видео. Всем пока-пока.